Да, привет из Хорватии. Супер. Привет тебе из Бали. Сегодня эфир посвященный будет тебе. Хочется, чтобы ты поделилась своей историей, как ты пришла к тому, кем ты сейчас являешься, какой был твой путь и что для тебя было ценного. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, вот чем ты занимаешься прямо сейчас. Прямо сейчас я занимаюсь, ну, в первую очередь своей семьей, своей жизнью, скажем так, да, и своей ситуацией, отвечая на разные вызовы жизни, выбирая мир, нежели войну. Вот. И параллельно я делюсь вообще всем, что происходит в моей жизни, с людьми, со своим окружением, в том числе через Инстаграм. Являюсь тренером, женским тренером. Вот, по самоценности, по соединению со своей суперсилой, потому как реализовываться в жизни, используя свою сексуальную энергию, удовольствие, наслаждение и получать из всего удовольствие. Вот. Я уже на самом деле там в рамках разных декораций, проектов и стран занимаюсь этим достаточно давно, уже почти 15 лет, на 5 языках во многих странах. Вот. И это такой, вот знаешь, то, чем я занимаюсь, это такой живой продукт. Это моя деятельность, она меняется вместе со мной. То есть я могу там каждые 2 недели, каждый месяц переписывать свое позиционирование, там УТП, как сейчас модно говорить, потому что там то, чем я делюсь с женщинами, это настолько органичный живой продукт, потому что меняюсь я, меняется то, как я взаимодействую. Вот, если кратко. Как интересно. Расскажи, пожалуйста, вот что для тебя самоценность? О чем это в первую очередь? Это, наверное, о том, чтобы выстраивать ощущение себя не на основе сравнивания с другими, а на основе того, какие сокровища есть у меня внутри. То есть приведу пример живой, чтобы было понятно. Вот я прихожу куда-то в общество, например, на мастер-майнд, да? Катя попросила. И есть прям 2 пути, по которым может пойти человек, и я это очень вижу часто. Первый путь — это идти и представляться в мир. Там, я Лада, я вот это классно умею, моя суперсила, я от этого кайфую. И давать ценность людям, то есть из того, что, а что мне нравится в жизни, вот это я могу дать, этим я могу поделиться, у меня прям глаза горят, когда это делаю. А второй путь часто, который я вижу, это подумать, так, этот олигарх, этот владелец бизнеса, это вообще ресторан, а эти там вообще международные мастер-майнды делают, ребята, ну, у меня этого нет, и что-то как-то энергия падает, и я понимаю, что зачем мне вообще представляться, если, ну, как бы я не такая великая, как они. Вот, поэтому самоценность — это как раз ощущение своей ценности вне зависимости от контекста, от обстоятельств, от того, есть ли мужчина сейчас рядом или нет, замужем я или нет, сколько у меня детей, или вообще нету детей, или вообще одни аборты, и работаю я сейчас активно во внешнем мире или нет, у меня есть денежный поток или нет. То есть это такое ощущение того, что я создана, я там дочь Бога, дочь Вселенной, дочь Земли, дочь Ветра, и я могу создать ценность в любой момент по отклику. И для этого не нужно подтверждение извне, там, от количества подписчиков, от количества денег и так далее. Вот я бы как-то так, наверное, сейчас сказала. Расскажи, пожалуйста, вот как твоя самоценность возрастала внутри тебя? Потому что очень часто, да, мы приходим к тому, кем мы являемся, и не всегда вот то, о чем мы говорим, у нас было там 10 лет назад, 15 лет назад, да, тоже определенный путь такой становления тебя. Вот есть у тебя, возможно, какие-то шаги или какие-то рекомендации, вот как человеку, который понимает, что ему хочется соединиться со своей самоценностью, но пока этого не происходит, пока этого нет. Вот что бы ты порекомендовала? Или, может быть, как у тебя это было соединение происходило? Расскажи, пожалуйста. Да, я кратко расскажу там свой путь, да, потому что все в конце концов, выливается из нашего опыта и
ценны те знания, те навыки, которые мы сами прожили, я считаю, когда они действуют. И как такой summary, как сводка, действительно, наверное, резюмирую, что мне больше всего помогло, какие прям конкретные шаги или действия, или инструменты взращивать в себе этот нерушимый фундамент самоценности. Но у меня был путь такой, я вообще дочь дипломатов с международной карьерой, с МГИМО, поэтому долгое время достаточно я жила и шла по пути достигаторства. То есть для меня внешняя карьера, должность, там, международные языки свидетельствовали о том, что я цена, я же такая классная, у меня же, я востребованная, мне начальники говорят, что я лучше, и деньги платят, и вот в Аргентину работать отправили. То есть мне важно было совершать постоянно какие-то новые, покорять вершины, чтобы чувствовать себя ценной, потому что было очень страшно остаться без работы, было очень страшно быть посредственной, было очень страшно, что меня выгонят, остаться одной. И в тот момент, конечно, мне казалось, что ну, как бы я вот на пике волны, и так будет всегда, и меня будут любить, меня же будут любить, потому что я, ну, там, у меня есть определенные достижения. Вот, и, конечно, этот путь был важно пройти, чтобы его тоже вкусить, и в какой-то момент понять, что хорошо, но дальше так не работает. То есть в какой момент это перестало работать. Наверное, момент материнства такой стал переломным моментом. Замужество, материнство, потому что начались внутренние процессы. Соответственно, природному циклу и выбранному пути стать мамой на какое-то время, то есть вся моя энергия, которую я инвестировала в создание новых проектов, да, в общение людей, она стала направляться моим телом вовнутрь, на того, чтобы взращивать новую жизнь. И какое-то время достижения, они прекратились, потому что элементарно у меня был токсикоз 3 месяца, я не могла встать в кровати, это меня там тошнило по 10 раз в день, и о каких достижениях могла идти речь. То есть тут я столкнулась с такой раной и болью, а как же теперь жить? Мне было очень страшно вообще решиться на этот шаг, если честно, потому что мне казалось, а как же декрет? Мне страшно было превратиться вот в эту женщину, которая зависима, которая с грязной головой не может сходить в душ там 3 дня, потому что у нее ребенок маленький плачет на груди, там грудное вскармливание, а как же тусовки, а как же карьера? Мне было очень страшно, честно говоря, и тогда возникла необходимость внутренней работы как раз и внутреннего пути. И потихонечку, через боль, через этот вызов жизни, который в итоге все равно оказывается подарком, да, как и каждый вызов, там, подарок в некрасивой упаковке уродливой, идти во внутреннюю работу, понимать, что хорошо, но какую ценность я сейчас создаю, что ценного я иду, что такое внутренняя работа, и понимание, что иногда 40 минут медитации в день принесет мне в итоге большую ценность, чем 40 минут там, проведения мастер-класса. Все по-разному, все в балансе. И, ну, то есть для меня это было материнство, столкновение с вот этой необходимостью заглянуть внутрь. Да? И оттуда уже взращивать свою самоценность, наблюдать свою боль, наблюдать свои страхи, проходить через некоторые предательства, которые важно было тоже прожить, чтобы посмотреть, почему меня люди предают, да? Какие страхи они во мне отзеркаливают, что они мне показывают. Ведь каждый человек — это зеркало. То есть через проживание боли определенное. Из практик конкретно, если смотреть, то, конечно, мне очень помогла техника письма. Да? То есть как я в итоге пришла к ченнелингу, у меня не то, что там в один день, просто раз такие сверхспособности открылись, и, о, я вижу свет и слышу голоса. Но у меня это было через то, что называют утренние страницы, от практика, там известная Джули Кэмерон, просто техника письма, когда сложно поговорить с собой, написать, что я чувствую, там, что сейчас внутри, там, девочка моя, что волнует. И вот через технику письма, разговор с собой, начали выходить какие-то вещи. Вот. Это было очень, это очень помогло однозначно. Второе, конечно, это тренинги живые с различными мастерами, когда в момент проявления уязвимости, то есть, да, с сильным женщинам, я сталкивалась там сама и много в работе, очень страшно иногда проявить свою уязвимость.
да, то есть вот эта вот обратная сторона этой карьеры, а если сейчас у меня нет денег, а если сейчас нет работы, а если сейчас мне, я злая, я раздраженная, мне больно, там, я хочу плакать, как отнесутся ко мне люди, мои друзья, вдруг со мной перестанут общаться, меня перестанут любить. И на разных там, на Бали, да, у нас, благо, была возможность вживую с мастерами прожить там в рамках этих ретритов, мастер-классов, проявление своей тени, когда потом все подходят и обнимают, и все равно там гладят по головке и держат, пока ты там просто в катарсисе своей тени. Это очень помогло на уровне тела прожить вот это, да, проявлять уязвимость безопасно. Однозначно, проявлять уязвимость безопасно. И, наверное, третий очень важный элемент — это про сдаться. Да, то есть самоценность для женщины, как ощущать свою ценность. Вот я недавно проводила опрос в Инстаграме, это очень было интересно. Что для людей слово «сдаться» обозначает? Вот я предлагаю сейчас тоже нашим участницам написать в комментариях, что для вас такое «сдаться», как вы это понимаете, как вы это чувствуете. Потому что это очень интересно, ведь в английском языке, если который там чуть ближе к латыни посмотреть, есть два разных слова, которые означают, одно слово означает сдаться в плане там, бросить свою ношу, да, и сказать, все, я больше не хочу идти в гору. Это give up, да, на английском. Второе слово сдаться в плане отпустить контроль и перестать сопротивляться. Это surrender. В русском же языке есть только одно слово. И поэтому, когда я начала проводить опрос, я сейчас, да, будет ценно, если вы дадите обратную связь, чтобы у нас был прям такой тоже диалог, что в русском языке одно слово, а значений очень много, и каждый понимает по-своему. И мне начали писать в комментариях часто, не сдавайся, мы в тебя верим, да, там, не борись, давай, борец. Вот вижу, пишет комментарий, отпустить ситуацию, которую не можешь разрешить. Ну вот да, на самом деле и на Бали очень много про это, жить в потоке, проигрыш, да, вот смотрите, сколько, насколько разные ответы. Для одних это жить в потоке, а для других это проигрыш. И вот с этой темой я ее прям расслаиваю. Недавно я смотрю на нее, потому что она очень сильно связана с самоценностью. Ведь если рассматривать сдаться как проигрыш, то есть мы постоянно боремся с чем-то, да? Борьба — это огромные инвестиции для женщины ресурса, жизненной энергии. То есть, да, самый наш ценный ресурс, я считаю, это жизненная энергия, которая у нас есть. Что то же самое, что время, там, силы и так далее, даже не деньги. И по сути, мы не очень-то доверяем, что все сложится хорошо, благоприятно для нас, поэтому мы постоянно в обороне. А когда мы постоянно в обороне, нам важно что-то постоянно доказывать другим. Когда мы доказываем, получается, что нет внутренней вот этой вот четкой, твердой уверенности, что я ценна, я справлюсь со всем. Даже если я не справлюсь, мне помогут. Я смогу дать ценность людям, даже если я все потеряю, например, в один день, там все может быть, да, кто там криптовалюту инвестирует, например, из женщины, один день там все упало, все обвалилось, и нет денег. И там дом сгорел, да, ну всякая жизнь бывает, муж умер, в конце концов, любящий. Даже если я останусь одна, там, с детьми, голой на улице, знать, что, ну, во мне столько любви, и я настолько доверяю, что я создам заново. Ну, как бы я создам эту ценность потихонечку, там кто-то придет, поможет, или какая-то ситуация будет, или просто я сяду в медитацию, там, наманифестирую, или потихонечку заново все выстрою, потому что мне же есть что дать миру. Ну, то есть вот это очень для меня стал такой важный рубеж между страхом, что у меня ничего не будет, я умру с голода и останусь на улице, там, нечего кормить ребенка, и между тем, что даже если я все потеряю, все заново придет. То есть это цикл обновления. Вот, Жень, ты можешь мне дашь обратную связь, а то я так много говорю. Я очень тебя внимательно слушаю, потому что очень созвучно то, о чем ты говоришь, и для меня сдаться — это про доверие, да, что даже когда ты остаешься на улице голая с детьми, без денег и без никого,
ты все равно цена, и ты все равно доверяешь и знаешь, что все происходит как нужно, даже так. Или для тебя доверие и самоценность немножко про разное, как ты чувствуешь? Они вроде про разное, но в корне про одну и ту же суть. Потому что очень часто я вижу, я провожу разные опросы, что женщины, которые склонны больше доверять, они склонны больше себя ценить. Есть такая тенденция. А те, кто не доверяют миру, кто в борьбе, кто не доверяет людям, кто не доверяет близким, очень часто они не доверяют себе в корне. И там нет самоценности. То есть это действительно связанные понятия, на самом деле. Если смотреть, отпустить и принять ситуацию, это же не проигрыш. Ну вот, да, я так ощущаю, что отпустить и принять ситуацию, это часто выигрыш. Почему? То есть если расслоить дальше, пойти чуть глубже, можно смотреть, рассматривать... Тут интересный комментарий пошли. Сейчас почитаю. Рассматривать жизнь и все, что с нами происходит, из двух, допустим, немножко полярных точек зрения. Да? Я там сейчас третий момент, третий ключ, который я хотела вам дать про самоценность, он про правду. Да? Про того, чтобы быть честным в любой ситуации. И вот у меня недавно произошел, почему я с Бали улетела, в жизни такой кейс. Мой отец моей дочки, мой бывший муж, который легально не бывший, увозит ее с Бали в Хорватию и ничего мне об этом не говорит. Да? И я два дня разыскиваю их с полицией, при том, что у нас хорошие были отношения до этого, мы общались, он каждый виделся с дочкой. Вот. И я просто не могу их найти, они исчезают. А вот огромный стресс. Да? Огромный стресс в жизни, наверное, каждая мама меня поймет, что такое, когда ребенок исчезает. Сложная ситуация, жизненный вызов. Как можно реагировать? То есть мне, например, я делилась этим в Инстаграме, потому что я это проживала. Там, я просила помощи, я смотрела, что это за ситуация, почему он мне дана. Можно смотреть на то, что какой человек злодей, да? Он совершил, ну, преступление, предательство, он совершил криминальный акт там, по законам Хорватии, Индонезии, вообще всем законам. И пойти войной, да? Отомстить, засудить, обратиться в суд, отобрать ребенка и наказать его. И подумать, дальше подумать, за что же мне в жизни такое наказание? Я же просветленный, духовный человек, живущий на Бали. Я же стольким женщинам помогаю. Вообще, мне все в жизни хорошо, я никому не желаю зла. А второй путь — подумать. Хорошо, я доверяю Вселенной. Я чувствую с ней синхрон. Я знаю точно, что было миллион ситуаций в жизни, когда я на высоких вибрациях, у меня как серфинг в жизни, все хорошо. Когда я падаю там, в обиду, в злость, там, в жалость себе, то, как там говорят, несчастье не приходит одно, да, русская поговорка. То все это сыпется, машина встала, этот кошелек украли, тут мне работу не дали, и все это сыпется. Я думаю, так, если я верю, что есть высшие силы, я верю, что они меня точно любят. Если они меня любят, если Бог со мной говорит через каждого человека, который меня встречает, через продавца хлеба в магазине, через того, кто мне байк заправлял, через мужчину, который меня любит, целует, там, гладит по голове, любовью со мной занимается. Если сейчас со мной Творец говорит и действует руками этого человека, то что же он мне хочет сказать этим? То есть суперсложно, вот, девчонки, суперсложно, да, там ребенок пропал, хочется просто уничтожить этого человека. Первая реакция — защитное тело, да, воин. Что же он мне хочет этим сказать? И как это может еще лучше меня, лучше для меня обернуться? Что это за подарок в такой уродливой, ужасной, болезненной упаковке? И вот если смотреть на то, что с нами происходит в жизни под таким углом, то сдаться ситуации, да, вот я отвечаю на вопрос, на самом деле, про сдаться, опустить и принять ситуацию, это же не проигрыш. Сдаться в данной ситуации, что было для меня? Казалось, то есть одни говорили, если ты поедешь сейчас без полиции в Хорватию и придешь просто там одна и скажешь, пожалуйста, давай поговорим и вообще услышим друг друга и мирно решим конфликт, это проигрыш, потому что он хочет заманить тебя в Хорватию.
он хочет, чтобы ты туда приехала, потому что там закон Евросоюза, чтобы там это манипуляция и так далее. Хорошо. А что такое выигрыш? Выигрыш — это нанять адвоката и засудить его, отобрать ребенка, чтобы больше никогда такое в жизни не случилось. Вот это вот один вариант развития событий. Как может быть по-другому? Сдаться, отпустить, принять ситуацию. Я отпустила ситуацию, я завершила все свои дела на Бали, я попрощалась с морем, я спокойно собрала вещи, я спокойно там выяснила в посольстве, где моя дочь. Она нормальная адвоката, находясь в дыхании, да, там, в медитации, в голоде, чтобы не поддаваться эмоциям и не делать никогда дров. Приехала в Хорватию, спокойно пришла, там, без полиции, без адвокатов, туда, в это место, где меня там ждали с войной, скажем так. И день за днем на протяжении этих двух недель реагировала из любви. Просто мне там на меня нападают, а я отступаю, а я принимаю, а я ничего не говорю в ответ. И в итоге сейчас что происходит? Сейчас происходит такая ситуация, что местные, допустим, соцопеки, органы, они просто как бы сами решили, что произойдет, и все вывернулось мне во благо. То есть не сопротивляясь, казалось бы, я проиграла, потому что я не стала бороться, я не стала отвечать, я не стала нанимать адвоката, я не стала сражаться. Но на самом деле сейчас я выигрываю ситуацию во всем. То есть я в итоге оказалась, что живу в красивом месте, социальная служба на моей стороне, по законам Хорватии, оказывается, вообще мама имеет супер права, мне вселенная послала вообще лучшего адвоката, у меня там подписчики в Инстаграме, я не сопротивлялась, выследили их случайно и сказали: «Лада, они вот здесь, я вижу твою дочь и твоего малыша мужа, они вот здесь, типа, они все хорошо». Хотя у меня не так много подписчиков, да, какова случайность, что это окажется в Хорватии маленькой деревне. И все помогли, вселенная дом послала сейчас, и там людей чудесных, которые помогают. И все в итоге разворачивается тем, что мы там на днях, скорее всего, подпишем мирное соглашение на тех условиях, которые я хотела. Ну, и получается, это выигрыш, да, выигрыш в этой ситуации, хотя я не стала сражаться, отпустила и доверилась. Вот я вам рассказала на таком, на самом деле, крайнем примере, чтобы было понятно. То есть это такой крайний случай, да, там, дай бог, у вас не будет таких вызовов в жизни, и уроки будут проходить мягче. Но вот это о том, как не сдаться и расслабиться, может привести в итоге к выигрышной ситуации. А если бы я боролась и сражалась, это было бы куча нервов, куча стресса, это бы отразилось на здоровье, я бы инвестировала огромное количество денег в адвокатов, огромное количество времени в суд, потому что суд бы шел минимум год, если бы это был, ну, суд, когда адвокаты воюют, да, и еще бы пострадала дочь, потому что когда родители воюют, ребенок стоит между ними, и вся агрессия, которую мы посылаем там, в маму ребенка или в папу ребенка, она проходит через ребенка. Ну, то есть вот такой пример. Здесь... Понятно. Скажи, пожалуйста, а было ли у тебя принятие вот в этой ситуации такое понимание, почему муж так поступил? Потому что ты говорила больше о своих чувствах, да, о том, что ты не хочешь бороться, да. Ты хочешь, ну, вот как бы в такое доверие пойти. Но было ли у тебя вообще само понимание вообще этой ситуации, почему это, в принципе, вообще произошло? У меня было, наверное, понимание процентов на 40, и остальные 60, я знала, что они чуть позже развернутся, когда пройдет какое-то время, и я увижу, к чему эта ситуация привела. Но процентов на 40, да, у меня было понимание, что он просто, во-первых, зеркалил мой страх, то есть мне было страшно, что вот мы пока еще официально не договорились, он так привязан к дочери, я тоже привязана к дочери, как же мы решим, если он хочет ехать в Хорватию к своим родителям, а я хочу ехать в Москву к своим родителям. Как же мы это решим? То есть был страх, что мы не найдем компромисс. И поэтому, несмотря на то, что все вроде бы хорошо было, да, там мы обсуждали, вот это вот как рана, которая гноилась где-то там, а ты такой: да нет, само пройдет. Да ладно, не пойду в больницу, не буду там гипс накладывать, да ладно, рассосется. Вот. И понимание, что оттягивание решения, потому что решение о разводе, ну, оно некомфортно для большинства людей, для меня тоже было некомфортно, оттягивание ситуации, оно вот вылилось в такой поступок. Это первое.
Второе, да, то есть отзеркаливание моих собственных страхов или уверенности. Женщина вообще сильное существо, и как мы там, многие из вас, возможно, знают, манифестируется то, что мы искренне хотим, манифестируется также то, что, то чего мы искренне боимся, да, сильно боимся. Это страх. Mm-hmm. Второе, чтобы это для меня стало огромный урок выхода в эмпатию и в сострадание. Да. То есть в какой-то момент я поняла, что мне легко любить людей, но человека, который, например, из-за которого в моей жизни было много боли, мне любить гораздо сложно. То есть мне было сложно проявлять супер эмпатию, супер сострадание к бывшему мужу. То есть там с друзьями, да, с дочкой, да, там, с людьми, с которыми я работаю, да, а человек, который меня провоцировал, который меня триггерил, который там поднял на меня один раз руку, там меня обидел, да, физически там руки скрутил, который там еще что-то делал. Мне его вот сложно было, скажем так, полюбить и принять с тем его человеческими слабостями и сильными сторонами. И эта ситуация, и он так поступил, как бы внутренне требуя моей любви. Потому что, как бы сложно это было, не было признавать, все равно там, наши великие вознесенные мастера, духовные учителя, они все пропагандируют любовь. И любовь важно давать не только тем, кому мы выбираем. То есть тебя, ты классный, я хочу с тобой дружить, я тебе с тобой буду щедрой. Да, да? Тебя просто приглашу на эфир, с тобой поделюсь чем-то. А ты мне не нравишься, тебе я не буду. Не выбираю давать сейчас любовь. Я выбираю свою любовь и делиться вот с этими людьми. А по сути, возможно, человек, которому мы сейчас отталкиваем, он больше всех нуждается в любви. То есть вот у меня пришла потом такая метафора о том, что у меня есть, я пришла с кувшином воды в пищу, в пустыню, и там стоят паломники. И все такие, дай мне, пожалуйста, дай мне, пожалуйста. А один такой грязный, страшный, который меня там обзывает, оскорбляет, он вообще уже умирает, потому что он уже так изголодался, там, жажды мучился, несколько дней не пил. И я такая, нет, а тебе не дам. Я знаю, что ты больше всех хочешь любви, потому что ты раненая душа, потому что у тебя много внутренней боли, потому что там хронические уроки. Но нет, тебе не дам, а вот только вам дам. Ну и тогда человек просто вырывает, например, да, всю эту миску с водой, и все разливается. Потому что, в общем, это безусловно любви однозначно. И принятие тех даже, кто там поступает как-то нечестно и так далее. Вот это вот именно внимание, потребность во внимании. Не знаю, mm-hmm. понятно ли я объяснила или слишком? Ну, очень понятно, конечно. Да. Ну, то есть, например, про отношения, такая, мне кажется, тема всегда актуальная, да, завершение отношений. Ну, у кого-то получается так, что вышел замуж на всю жизнь, и все прекрасно, и все вызовы, невзгоды удается там эмпатично в коммуникации пережить, дай бог. Ну, а у кого-то получается так, что нет. Там все решили расстаться, развелись, и потом есть иллюзия, что сейчас я встречу новую, и все будет классно. Типа старый муж там дурак, ужасный, негодяй, и вообще там злодей такой, но вот сейчас у меня будет нормальный новый. Ну, на самом деле, пока не развязаны отношения, не развязан эмоциональный узел, и нету благодарности, любви к этому бывшему мужу, но очень маловероятно встретить новый, там все такое, в цветочках по райскому саду до конца жизни, он ведет себя как белый принц. Ну вот, mm-hmm. да, то есть я думаю, что он подсознательно, там его душа выбрала такое поведение, чтобы сейчас пройти с друг другом эти уроки, чтобы потом там наши следующие отношения, как мои, так и его, они были уже совсем на другом уровне. Вот. Получилось ли у тебя выйти в эту благодарность к своему бывшему мужу? Да, через этапы. То есть не то, что через каждодневный труд, через каждодневную медитацию, через каждодневный выбор, иногда через слезы, иногда через сопротивление, с помощью там ченнелинга, с помощью моих гидов. Каждый день как бы я это выбираю. Иногда два шага вперед, один шаг назад. Иногда это два шага вперед, один шаг назад. То есть это совершенно нелинейный путь. Там я что-то сделала, получила магическую таблетку, такая, все, дорогой, я люблю тебя, прощаю, это замечательно, я вижу в тебе только свет и принимаю твой тень. Ну как бы вообще нет. То есть он опять что-то сделает, я опять думаю, блин, зачем я вышла за него замуж? Потом думаю, так, дыши, дыши спокойно, дыши, дыши. Ты выбрала, значит, тебе это было важно. Практику делаю. Мне очень помогло практика. Ее можно использовать вообще в любой ситуации,
где вы чувствуете дисбаланс, например, несправедливость, обиду. Взять лист бумаги А4, белый, разделить его на две колонки. Слева написать, что я отдала в этой ситуации человеку. А справа написать, что я получила. Да? И это на самом деле очень глубокая практика, в ней много уровней. То есть в любой ситуации мы что-то инвестируем, что-то приобретаем. В простом, в линейном примере мы пришли в магазин, заплатили деньги, купили хлеб и ушли довольные. Часто мы инвестируем что-то одно, а получаем совершенно другое. То есть мы инвестировали деньги, получили хлеб. То же самое в отношениях. Мы инвестировали, например, время или жизненную энергию, получили опыт материнства, да, допустим, mm-hmm. или получили, раскрыли в себе эмпатию. Да, вот я там делала раз за раз за разом это упражнение. Например, если первый слой, я там пишу, хорошо, в этих отношениях я инвестировала свою заботу, свое внимание, свое время, там где-то деньги, жизненные силы, ресурсы жизненные, пока я там ребенка нашего, например, носила в себе и прочее. Что я получила? Я написала там бриллиантовое кольцо, деньги, там это, и потом я смотрю на это и понимаю, что ну хорошо, как бы это прям супер на поверхности, а глубже? Ну как бы, я же не из-за бриллиантового кольца это делала, то есть это супер поверхностный слой, а что глубже? Ага, я получила соединение со своей самоценностью. Ведь благодаря тому, что там, мой муж себя так вел многие годы, манипулировал деньгами, я поняла, что я не хочу быть в зависимых отношениях и считать, что только муж должен меня обеспечивать. Хотя там супер жена, что мне классно, мне важно, мне интересно создавать свой продукт, иметь свое любимое дело, которое приносит мне доход и хороший доход, что даже если эти отношения не сложатся, я всегда буду жить в изобилии, потому что либо я буду свою энергию инвестировать в свое дело, либо в отношения с новым мужчиной, либо в рождение нового ребенка. Понимание, что то есть он мне раз за раз не давал, например, денег, меня провоцировал пойти и поверить в то, что я сама могу генерировать деньги тоже. То есть вот это, например, такие уроки. Когда делать эту практику вообще в любой ситуации, она очень помогает выйти из состояния обиды, несправедливости и посмотреть на то, что любая ситуация — это действительно ценный опыт. Ну вот, на самом деле, это супер глубокая тема. Я рассказываю сейчас, да, в рамках часа поверхностно достаточно. Очень надеюсь, что получается донести то, что я имею в виду. Там Жень тоже может мне дать обратную. Или, может быть, не распаляться так сильно темой. А как-то по структуре по одной? Да ну, все отлично. У нас потоковый абсолютно эфир. Я просто думаю о том, что действительно, когда ты пишешь на листочке, что я инвестировала и что я получила, то, по сути, ты выиграл сам собой. Да? Да. То есть ты понимаешь, что ты дал, по сути, сам себе, потому что когда мы даже платим за хлеб, мы даем сами себе за этот хлеб, да? И, соответственно, все, что мы получаем, мы тоже это получаем. То есть, по сути, ну, ты очередной раз понимаешь, что это взаимоотношения с самой собой. Да. Как бы, да, и тут ты не можешь ничего, ну, как бы, получить негативного, да, потому что в любом случае это все для тебя происходит. Поэтому это очень важно. Как. Да, это очень важно, потому что вот я и делала, я с ней знакома несколько месяцев, до меня не сразу дошло, вот это, честно говоря, что дошло уже вот в этой ситуации, потому что мне казалось, что если я инвестировала там деньги, я, например, платила, пошла на очень дорогое обучение в прошлом году, там, которое стоило больше $5000. И мне казалось то, что я не получила достаточно ценности. Вот то, что ты говоришь сейчас, когда мы что-то инвестируем в левую колоночку, что я отдала? Мы, по сути, сажаем зернышко, потом из него вырастает росток и вырастает дерево. Мы сажаем для себя. То есть нам казалось, что мы инвестировали свое время, там землю купил, семена купил, не пошел смотреть любимый фильм, там пошел сажать семечко. Но по сути мы же инвестируем, чтобы потом выросло дерево, и мы собрали плоды и сидели лакомились плодами. То есть именно понимание, что мы как бы делаем для себя, чтобы этот человек помог
нам внутри себя что-то распаковать, чтобы он нас провоцировал до той степени, пока мы не пошли уже и не, допустим, соединились с своей суперсилой. И он такой: фух, слава богу, карма отработала, можно тебя больше не провоцировать, ты уже все распаковала, все дары, зачем я пришел тебя провоцировать постоянно, триггерить, и можно пойти дальше там плодами с нашего дерева полакомиться. В общем, я об этом. Да, то есть это, по сути, такие договоренности с человеком до, возможно, вашего вообще воплощения, договоренности ваших душ встретиться, да, и прожить совместный определенный опыт. Угу. Очень интересно. А скажи, пожалуйста, вот как получается поддерживать, да, потому что у нас жизнь такая очень динамичная, да, и сегодня у нас такое ресурсное состояние, приподнятое, когда мы можем действительно видеть, да, вот взаимосвязь, последовательность, причинно-следственные связи, видеть человека, давать ему эту воду из кувшина, дарить ему любовь. Да, но бывают моменты, когда мы сами в этом очень сильно нуждаемся, бывают моменты, когда мы не в этом ресурсе, да. Вот что тебе помогает вот возвращаться, скажем так, вот к этому уровню, чтобы вот всегда из полного кувшина жить эту жизнь? Прям хочется сейчас одну практику выделить. Одна приходит, знаешь, minus is mass, less is more, меньше — больше. Наверное, это тотальное проживание боли. То есть, когда нет ресурса, и когда на дне, и когда нет самой в руках кувшина, кто бы мне налил, вот погружение в эту свою уязвимость, в свою боль, в свои слезы и нахождение там, вот в этом состоянии, на этом не столько, сколько нужно. И транслирование своей правды в мир. То есть мне сейчас больно, мне сейчас плохо, да, я выйду в сторис и буду плакать, и говорят, что опять приехала полиция, я уже устала просто, я опять не понимаю, что это за очередная уродливая упаковка тут у меня свалилась, просто тотально проживать эту боль и там плакать, сколько плачется, не отождествляя себя с этой эмоцией. То есть она приходит, там сердце колотится, руки трясутся, 5-10, и как бы дать этому выйти, там, проораться у океана, проплакаться на земле, выпить кофе, там, если уж так хочется, не запрещая себя. И потом, удивительно, достаточно быстро отпускает. То есть, когда я прям, это тотально, там, на меня падает водопад, я такая, да падай, такая, да, у меня клашмать там в одну сторону, в другую. Если не сопротивляться, не зажиматься, а там реально плакать на взрыв сколько хочется, потом удивительно быстро отпускает и снова выводит в новое ресурсное состояние. То есть, естественно, оно как-то приходит, знаешь, вот как, если хочется полежать, важно полежать. И я лежу, 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 лежу до того момента, когда тело такое, хочется встать. То есть не я думаю о том, что сколько можно лежать, уже пошли 3 сутки, 3 сутки, а я уже лежу. А я там обещала вот это, вот это, вот это. Просто такая, буду лежать, пока не житься. И потом выходишь снова. И потом ей что давать. Вот, наверное, это прям хочется выделить из всех практик, что это очень работает. Вот особенно в сложных ситуациях именно. А когда нет ресурса, но и не нужно давать. Ну, то есть просто говорить, сейчас нет, сейчас нечего дать. Сейчас важно мне прожить этот виток, прижав на дне. Это, по сути, про позволение и принятие быть собой, да, разное абсолютно, и в топовом состоянии, и в никаком вообще состоянии, и понимать, что ты одинаково цена, и с полным кувшином, и вообще без него, что твоя ценность вообще не зависит от твоего состояния, которое находится внутри тебя, это действительно очень круто. Да. А что для тебя, вот, исходя, раз у нас такая сегодня тема взаимоотношений с мужчинами, вот что для тебя, исходя из твоего опыта, возможно, каких-то осмыслений, озарений, возможно, разбитых розовых иллюзий, как это должно было быть, да, и как было бы классно, как, может быть,
у тебя был такой, может быть, красивый пример в семье, в твоей, да, родительской, и не всегда он проявляется именно в нашей жизни, а у нас есть какие-то ожидания. Вот из этого всего, вот что, может быть, есть у тебя какие-то осознания, вот что самое главное для тебя, да, вот какие ценности в семье между мужчиной и женщиной, или, может быть, у женщины и отдельно у мужчины, чтобы вот выстроить и не потерять самого себя в этих отношениях, но при этом и двигаться вместе. Два момента приходят важных сразу этот вопрос. Первое — это выбирать, направлять фокус на то, чтобы дарить, а не брать. То есть я четко помню, что когда я выходила замуж, я даже нашла свои старые дневники, старые записи сейчас здесь в Хорватии, что мне хотелось выйти замуж, чтобы мне дали заботу, мне дали внимание, чтобы он был рядом, когда мне плохо, чтобы он утешил, там, обнял, когда слезы, чтобы он помог поддержать, когда я в себе не верю. Мне казалось, как классно, я выйду замуж, у меня будет рядом человек, который, если что, у него можно как-то так на подушку безопасности упасть. Вот, и в какой-то момент, я помню, уже когда мы расстались, я сидела, и мне пришло такое просто мощный поток понимания, что когда рядом мужчина, мне хочется дать, мне хочется ему служить, мне хочется быть его музой, мне приятно там готовить для него еду, мне хочется его поддерживать и так далее. То есть этот вектор, он полностью поменялся на то, что я хочу человеку дать. И понимание, что любить его... это любить, делать его счастливым. Да, любить, делать его счастливым. Например, как с дочкой. Но чтобы было понятно, у нас там, у кого есть дети, безусловно, любовь встроена в взаимодействие с детьми. Я же покупаю ей там раскраски, угощаю ее чем-то вкусненьким, беру на прогулку, потому что я не настолько кайфово видеть, как она радуется, видеть, как она счастлива. И то же самое с мужчиной. Если даже это там какое-то пиво, если он любит это пиво, позвольте ему пить это пиво иногда, видя, как он радуется, или там его какие-то штуки. То есть не пытаться изменить, а реально кайфовать о том, чтобы вкладывать еще в его счастье. Это, наверное, первое понимание. Вот. И второе, это, конечно, оставаться в роли жены, что бы ни случилось. То есть вот эта вот система ролей, да, которые сейчас тоже говорят, вот очень часто я вижу, что в сложных ситуациях, даже если там 30-20 лет прожили в семье счастливо муж и жена, потом наступает момент, когда можно скатиться в роль либо мамы, либо дочки. Ну, если я говорю сейчас там из позиции жены. Там он начал, там мужчина был там, на коне всю жизнь, там она, да, там мой муж, а тут он потерял работу и безработный. И женщина может войти в роль мамы, начать его жалеть, начать ему говорить, что делать, почему ты не посмотрел вакансии, там, давай. И все, и отношения рушатся. Даже если до этого они 30 лет там были золотыми. Это оставаться в своей роли. Да, жены, которые верят в мужа и выбирают его видеть сильным, что бы ни случилось. Даже если он там без работы, даже если он попал в аварию или в больницу, даже если он там начинает выпивать, например. Ну, у кого какие слабости, у каких мужчин, да? Даже там играет в компьютерные игры, все равно выбирать его видеть сильным или своим мужем. Не падать в роль там дочки, мамы, бабушки или что. И вот это практиковать. В этом я вижу прям супер, супер важный инструмент. Вот. Здорово. Я читаю комментарии, что нужные и полезные слова. Я рада. А если мы вернемся вот к состоянию женщины в семье, да, потому что, как бы, я думаю, что мы с тобой обе придерживаемся такого состояния, когда не половинки, да, и не созависимые отношения, хотя часто так бывает, да, либо даже позиции не на равных, как не на два партнера, да, а мама или папа, дочка или отец и так далее. И вот если мы говорим вот именно из позиции нашей ответственности, потому что в отношениях всегда 50 на 50. И вот если говорить от наших 50, вот как женщина, в чем моя ответственность, вот в моем состоянии, в каком, да, вот в этих отношениях, в этих 50, вот в чем для тебя
твои 50% в отношениях? Ну, первое — это оставаться в своей роли женщины, да, несмотря ни на что. Даже если там мужчина падает в ребенка, а я остаюсь все равно в женщине, и он не может дальше взаимодействовать с ребенком. И второе — расстоить, что же такое роль женщины, да, какие качества. Это качество. Вот вдохновляющее, да, вдохновляющее, несущее мир, гармоничное, расслабленное, принимающее. То есть, например, мужчина пришел, там, раз, какое-то грубое слово, да, это как, там, он, у него там что-то случилось, там, он с кем-то ругался, такой, ах, типа, с агрессией. И вот роль женщины для меня — это принятие, как в айкидо, да, там, вот этих всех вообще восточных единоборствах, там сила в том, что мы не атакуем, да, там, не ударом на удар, а мы как бы принимаем руку партнера, а из этого потом делаем танец, да, и потом раз, как-то так, разворачиваемся, и потом, да, я принимаю. Гибкость определенная. Да, и импульс гасится. То есть если ты в себя так это, как это, такое, хорошо, типа, ням-ням-ням, ну, ты пришел с ударом, но там, а почему так, там, я тебя слышу, типа, ну да, неприятно. Не атакуешь там, а у меня тоже был тяжелый день. А такая, раз, принимающий, да, то есть если смотреть на структуру тела там, да, половой акт, женщина принимает, мужчина дает. Импульс у нас там лона принятия. И когда ты принимаешь, не значит, что я соглашаюсь с этим. Это не значит, что я там считаю это правильным. Просто я как бы, как в восточном искусстве, да, то импульс затихает. Невозможно дальше проявлять агрессию, если тебя принял. Да? То есть ты идешь к войне, там, войну, и тебя обняли. Все, ты безоружен. То есть оставаться вот в этом принятии и в достоинстве. Да, там, не впадать в истерики, не впадать в унижение, не впадать в поучение. И даже забота на самом деле. Вот когда я прописывала качество жены, наверное, слово, которое меня очень удивило, я думала, что жена, роль жены — это заботиться, да, быть заботливой женой. Там, милый мой, я тебе носочки постирала, и трусики по цветам разложила, и борщик твою любимую тушенку приготовила, и вообще позабочусь о тебе. На самом деле, забота — это роль мамы все-таки. Мама заботится, а не жена. И поэтому заботить, ну, тоже важно быть осторожным, чтобы не превращаться вот в это опять «мой маленький, иди там, я тебя прикрою». Чем проявляется забота жены и чем она отличается от заботы мамы? Забота жены, на мой взгляд, это создать покой мужчине. Создать атмосферу покоя. А забота мамы — это шапочку надень, а то солнышко. Я тебе упакую огурчики в конвейер, а то там на работе в столовой плохо кормят. То есть это сделать за него что-то. А забота жены — это позаботиться о том, чтобы когда он пришел домой, я была в ресурсе, я смогла его выслушать, я смогла его принять, я смогла его обнять, я смогла его улыбнуться и создать своим полем, и там полем моего дома, если мы вместе живем, такую атмосферу, чтобы, которая будет создавать ему покой, чтобы он напитался и потом снова набрался там ресурсом через меня и вошел в мир, чтобы там для нас чего-то достигать. И для своей семьи, и для своей любимой женщины. То есть позаботиться в первую очередь о своем, как бы, да, состоянии и своем эмоциональном фоне, о своем ресурсе и нашем доме, куда он приходит. Чтобы он здесь мог почувствовать расслабление, что его приняли, а что они с ним сражаются, проявляют претензии и так далее. И вот когда женщина, на мой взгляд, умеет это правильно делать, то мужчина, ну, то есть это сверхценно для мужчины. Такая обстановка его принятия, тогда он действительно готов и в состоянии любви и щедрости для этой женщины сделать все. Вот. Потому что это очень ценно. Состояние покоя. Скажи, пожалуйста, какое послание ты бы хотела дать сегодня всем женщинам, которые нас смотрят сейчас, которые будут смотреть записи, и вообще всем женщинам на планете? Я бы хотела дать послание, которое мне передают мои гиды сейчас, о том, что приходит, сейчас меняется время, и сейчас важно проявлять другие качества, нежели проявляли наши прародительницы. Это именно про сдаться. Что сейчас
очень важно учиться жить с открытой дверью, с готовностью вместо защиты довериться, что сейчас внешних врагов их нет. Есть учителя, да, которые нас либо любят, либо учат. И очень важно позволить себе получить опыт, когда мы сдаемся, то есть мы отпускаем вот это вот сжатие контроля и позволяем миру любить нас через людей, через подарки, через состояние, и смотреть вообще, что будет, когда мы отпускаем сражение, и когда мы открываем дверь свою в мир и позволяем всему войти, ну, потому что мы готовы принять там в рамках, понятно, не то, что там с каждым нужно взаимодействовать, нет, вот об этом. Что понять, что сдаться, это может быть не только как поражение, и значит, что все меня разрушит, а что сдаться, это может быть позволить Богу любить себя и свернуться у него на коленях калачиком и там, принять то, что он нам так долго пытается послать. Вот я к этому, наверное, скажу. Что ты, собственно, своим примером и делаешь, да? То есть твое послание ты очень так прекрасно и применяешь уже в своей жизни. Абсолютно согласна, потому что действительно время совершенно другое, и это невозможно не заметить. И то, те законы, по которым мы жили и жили наши предки раньше, уже не просто поменялись, они настолько трансформировались во что-то другое, что нужно действительно либо меняться, либо просто, ну, как бы искать все время это счастье, да, потому что ты просто находишься постоянно в страданиях. И вот мне еще пришла такая интересная метафора, я об этом никогда раньше не думала. Сложно ведь понять и принять, что то, что работало раньше, не работает сейчас, да? Все равно есть на фоне, я чувствую немножко страх такой, фонит там многих. Как просто взять и отказаться? Но в нашей истории постоянно так происходит. То есть времена другие, может быть, часто не так чувствуется, но вот раньше, когда была более плотная материя на другом уровне, был рабовладельческий строй, да? Были рабы в нашей истории, были рабовладельцы. И, соответственно, там от раба требовалось определенное поведение, если он хочет выжить. А потом рабовладельческого строя не стало. И человеку говорят: все, ты свободен. Он говорит: как свободен? Я же раб. Я 30 лет был рабом. Он говорит: все, ты свободен, можешь идти и делать, что хочешь. Никто на тебя не нападет. Он такой: как не нападет? В плане мои дедушка и прадедушка, все были рабами. Если они убегали, их там потом кнутом по спине 30 раз до крови. Ему говорят: нет, все, все, мир поменялся, там новые законы, ты свободен. А он не может, его тело не пускает, да, потому что он не понимает, как это так, что он пойдет делать, что хочет, а его не поймает. Вот сейчас, на самом деле, на более тонком плане, но я чувствую, что происходит что-то похожее. Может быть, это не так видно там, взгляду, не так просто объяснить мозгу там, и зафиксировать там, вот этот закон, но что-то похожее происходит на другом уровне. Вот ты чувствуешь тоже, Жень? Абсолютно. Это как память тела, знаешь, даже те убеждениями, с которыми мы работаем. То есть вроде мы очень много понимаем, вот то, о чем ты говоришь, то, и даже огромное количество там вещей в разных сферах, мы это понимаем, но мы почему-то не можем это сделать, там, да, в те же там страхи пойти или там уехать, переехать, там выйти там в изобилие, еще там во что-то, да, потому что есть какие-то крючки внутренние, да, какие-то вот ограничения, которые вот как память наших предков, которые там прятали крошки под подушкой, у которых там было, не знаю, разоблачение какое-то денежное, и мы вроде бы уже все абсолютно просто открой ладошки и возьми столько, сколько тебе хочется, а ты не можешь, потому что кажется, что нужно куда-то прятать, зажимать, и как будто у тебя сейчас придут и все отберут, да, что деньги это как будто мое, или там мужчина это мой, или дети мои, да, что как бы вот нет этого ощущения единства чего-то. Поэтому да, абсолютно. Но я рада, что мы можем об этом говорить, что мы можем идти в это развитие, что мы можем, уже проговаривая, освобождаться от этого, да, потому что сейчас действительно время, с одной стороны, непростое, а с другой стороны, квантовые скачки просто сознания происходят, и когда мы даже просто говорим, уже происходит прям такое сдача внутреннее, исцеление.
И даже то, что ты проговорила, да, что в непростые моменты, что ты пишешь об этом, что ты говоришь об этом в Инстаграме. Мне кажется, наши бабушки бы это точно скрывали за 7 замками и точно бы как-то по-другому эти моменты решали, да, непростые ситуации в жизни. Но раньше вот когда мы... Развод же раньше считался вообще чем-то таким позором, да, то, что женщина осрамлена, все на ней черная метка на всю жизнь. А сейчас развод — это новая жизнь. И соединение с новой собой. И что, и так тоже может быть. И жизнь, она удивительно разнообразна. Благодарю тебя, дорогая. У нас осталась минутка. И я хочу эту минутку посвятить благодарности всем тем людям, которые сегодня нас слушали. Тебе за твою искренность, за твою честность, за твой опыт. За то, как ты смогла вдохновить, преподнести эту информацию. Я очень рада, что у нас получилось в таком потоке пообщаться без какой-то темы, подготовки, сценариев, планов, а просто вот от сердца к сердцу. И я очень рада видеть тебя такую солнечную, лучезарную, несмотря на то, что разные ситуации происходят в жизни, это правда. Но то, что мы можем из них выходить вот с таким намерением, с таким настроем, это говорит о высоком уровне энергии жизненной, как ты говоришь, да, и духа. Поэтому я желаю тебе оставаться такой же, соединяться со своей энергией, чувствовать эту силу внутри, это доверие чего-то большего и понимание, что все происходит как нужно всегда. Mm-hmm. Спасибо тебе огромное. Пока-пока. Пока. Мне очень ценно, когда вы подписываетесь на мой YouTube-канал. Это для меня вдохновение продолжать делиться самым ценным для вас и ощущение подтверждения того, что это вам действительно полезно.